Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших действий вы опозоритесь, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе. Телец. Работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели. Близнецы. Ленность ваша возрастает беспредельно, поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто заставить не сможет, хотя бы почитайте книжку. Рак. Ваш день должен быть окрашен в позитивные тона, может разыграться воображение. Так что, если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею. Лев. У вас масса забот и, как всегда, нет времени. Но хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией, что толку жаловаться на жизнь. Дева. День обещает быть весьма горячим, вам, возможно, придется попотеть. Однако внешние события от ваших действий зависеть практически не будут. Весы. Вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые свершения. У вас есть хороший шанс получить признание, правда, для этого придется что-нибудь сделать. Скорпион. Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным. Стрелец. Знания в этот день стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия. Козерог. Вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении. Водолей. Вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении. Рыбы. Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется, узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.